Это необычное ущелье называют Гуамским. Происхождение его имени загадочно и неоднозначно. По одной из версий, в переводе с адыгского, слово «Гуама» связано с дикими пчелами и намекает на то, что жители села Гуамка издавна занимались бортничеством. Это такая древняя форма пчеловодства, при которой пчелы живут в дуплах деревьев. Другие ученые переводят слово «гуам» как «запах смолы». Третьи же считают, что «гуама» означает «неприятное сердцу» или «где был разбит враг». Эти слова указывают на реальные исторические события XVIII века, на те годы, когда в эти места пришли турецкие воины. 1717 год. В Крыму правят гиреи. Турки огнем и мечом распространяют мусульманство. Непокорных адыгов угоняют в рабство, пылают непокоренные аулы. Недалеко от Абширонска расположились отряды Давлет-гирея и Хас-гирея, ставленников турецкого султана, все дальше проникающих в горы. Черкесы защищают свою землю. Сражаются все, кто только может носить оружие. Один из отрядов движется по реке Курджипс. Остановившись у входа в ущелье, постовые замечают черкеса и бросаются в погоню, не подозревая, что в этом состоит ловушка. Когда голова турецкой колонны начинает уже выходить из ущелья, а хвост уже втягивается в него, большие груды камней и заранее заготовленных бревен обрушиваются на голову врагу. Дикими криками наполняется ущелье. Даже женщины и дети сбрасывают деревья и валуны на головы захватчиков. Мечутся ханские воины, сталкиваемые обезумевшими лошадьми кипящие воды реки. Тогда черкесы заходят с двух сторон с пронзительными криками, наводя ужас на оставшихся живых. Отрубленную голову Мурзабая насадили на пику и выставили перед входом в ущелье. Страшно было тогда это место. От хищных птиц потемнело небо над рекой. С тех пор оно и зовется Гуамским, что в переводе с адыгского означает «где разбит враг».